я когда был на гимнастике, я шел после тренировок, и я увидел, вот как играют, ну, там окошко есть, и я увидел в окно, как играют дети. И я повел маму. Но сначала мама не хотела, отказывалась, потом я ее все-таки туда привел, и мы записали для Семена Николаевича. Я больше люблю духовые, когда играет труба, когда Луи Армстронг, там еще некоторые играют. Ну и барабаны я тоже люблю, только не в роковом стиле, они слишком на уши действуют. А джаз это мягко и выразительно. Что ты делаешь? Ну что это такое? Последняя нота твоя. Ну что ж ты делаешь? Там скажут, кто ее учит? Там же будут музыканты. Вот в соло. Точку последнюю, которую ты ставишь. При чем здесь это? Мама хотела, когда я пришла сюда, чтобы я играла на контрабасе. Ну, посмотри, что я делаю. Видишь? А ты... Разница большая. Губа нижняя, смотри, вот сюда на верхнюю. И все, и тонкий звук. Нижняя губа на верхнюю, нижняя губа на верхнюю. Просто переделаю, я тебе сделаю пониже, тебе будет легче внизу дома. Да? Да. Слушаю вас внимательно. Так я нашел. Еще? Молодец. А еще мне еще заниматься. Что-нибудь придумаю. Взять дыхание, чтобы ручка отошла. Фа, ту, фа. Фа первым пальчиком. А ну, Ромочка, дай ему эту трубу, может быть, ему на золотой трубе держи. Лучше повысится. Ну, давай. Давай, может, тебе на этой трубе лучше. А ну, бери. Это китайская золотая труба. Молодец, си, еще выше, а ну, ты посмотри, ну. И до, последний выстрел. Нет. Ну все, Рома, теперь я не знаю, что теперь делать с тобой, на, держи.